19 декабря в амфитеатре Московского еврейского общинного центра прошел творческий вечер поэта Худадота Юсуфова. Вечер открыл Раф Авраам Ильигуев. Просто какие-то слова, которые складываются в рифму. Это слова, которые пробуждают. Моя поэзия умеет в цель стрелять. Не холостыми, вескими словами, пустышками не станет щеголять. Обязанности путая с правами. Поэт родом из Дербента. Стихи пишет с молодости, в эти же годы становится членом литературного объединения «Ростки». Не сойдясь идеологически с руководством объединения, Юсуфов покидает его ряды. Еврейская тема проходит практически через все творчество Худадота Юсуфова. «Кто б ты ни был, мой брат, я всегда тебе рад. Коли искренность есть, ни к чему нам парад. Мусульманин ли ты, христианин, иудей, берегись быть во власти тщеславных». Идеи. Немалую долю произведений поэта составляет гражданская лирика. «Отвергая всякую подмену, с независимым пером в дуэте, говорю идущему на смену, рабство не господствует в поэте». Гости дополнили атмосферу вечера своим творчеством. Поэтическим подарком Худадоту Юсуфову были стихи юного дарования Эфраима Якубова. «Монархи не ведают страха порой, и в бой они рвутся летящей стрелой. Казнят они славных героев потом, лишь сим подпирая кровавый свой трон». Творческий вечер Худадота Юсуфова был заключительным в череде культурно-просветительских мероприятий благотворительного фонда «СТМЭГИ» по Москве в 2013 году. Спасибо вам, что вы всегда вот находили время и приходили, и участвовали, и принимали, и аплодировали. Мы тоже будем приходить на ваши радостные события.